Инстабизина – это живописные скалы, голубое море и рассвет на краю земли. Не зря это место на острове Русском одно из самых популярных среди туристов. А ведь раньше эта достопримечательность была закрыта для посещения, потому что находилась в ведении военных. Теперь же любой желающий может увидеть обрывы высотой до 50 метров и обточенную каменную платформу, на которой располагается маяк. От мыса отходит низкая каменистая коса. За миллионы лет выветривания местные скалы приняли причудливые формы. Геологи по срезам изучали историю Приморья. По словам ученых, мыс Табизина – это бывшее дно океана, которое после вулканической деятельности стало сушей. Постройка Русского моста сделала достопримечательность доступней. Теперь в выходные дни сюда добираются пешком или на велосипедах. Теплое море и красивые виды привлекают людей разного возраста. Немало и туристов из азиатских стран, которых экскурсоводы водят на мыс целыми группами. Особым развлечением для смельчаков стали прыжки в воду с 30-метровой скалы. Многие молодые люди приходят сюда, чтобы пощекотать нервы себе и зрителям. Помимо этого, экзотики местности придают дикие лисы. Животные бегают по всему мысу и совсем не боятся человека. Кормить их не рекомендуется, но сделать несколько кадров с небольшого расстояния не возбраняется. Добраться до мыса Табизина совсем несложно. От асфальтовой дороги пешком 2,5 километра. В пути вас будет сопровождать чистое бирюзовое море, разноцветные цветочные поляны и красивейшие утесы.